Гороскоп на 2023 год для Овна. Звезды приготовили хорошую новость для представителей знака. Для Овна предвещает перемены к лучшему и достижение успеха. Главный мотив года – раскрытие своего потенциала и обретение истинного «я». Это прослеживается во всех сферах, от карьеры до любовных отношений. В этом году вам предстоит снова подтвердить свой авторитет. Год кролика можно считать трансформационным. Он позволит Овну лучше понять себя, раскрыть свое «я», гармонизировать все сферы жизни. Что готовит 2023 год для Овнов? Год кролика обещает быть одним из самых удачных за последнюю декаду. Это спокойный период, который позволит Овнам еще лучше раскрыть свою индивидуальность. По сути, 2023 год является завершающим этапом предыдущих трех лет. Это время пожинать плоды своей деятельности. Овнам, которые выложились на максимум в предыдущие годы, предстоит собрать все лавры и почести и еще раз убедиться в собственном авторитете. А вот тем, кто в период с 2020 по 2022 год так и не смог обрести твердую почву под ногами, придется свой авторитет зарабатывать. Но кролик благосклонен, поэтому в конце года вас ждет награда. Правящей планетой года является Венера, поэтому максимальные открытия ожидают именно в личной жизни. Тем, кто в отношениях, кролик обещает более глубокую трансформацию чувств. Одиноким представителям знака предстоит встретить свою половинку. Год благоприятен и для дружеских отношений. Вполне возможно, вы встретите человека, который станет преданным другом до конца жизни. Гороскоп для мужчины Овна на 2023 год. Год обещает быть легким и спокойным, но мужчинам Овнам будет сложно удерживать этот спокойный темп. Рожденные для борьбы, в определенные моменты они могут столкнуться со скукой. Вот здесь важно не идти на поводу у своих эмоций и не пытаться внести в жизнь нотку соперничества. Главная идея 2023 года – продолжать двигаться в выбранном направлении. Это касается и карьеры, и финансов, и личной жизни. Жажду новаторства лучше оставить на следующий год. Звезды советуют направить свою энергию на укрепление всего, что уже достигнуто, а не менять планы на полпути. В личной жизни мужчина Овен может столкнуться с сомнениями. Это коснется тех, кто только недавно вступил в отношения и сомневается, нужно ли их развивать. В приоритете этого года – стабильность во всем, поэтому звезды советуют сдерживать свои порывы и пустить всю энергию на укрепление связи с партнером. А вот мужчинам, которые давно подумывали о браке, пришло время воплотить эти мысли в реальность. 2023 год идеально подходит для создания крепкой семьи. Гороскоп на 2023 год для Овна мужчины в целом положительный. Нужно опасаться резкой смены курса, не вступать в конфликты, направить энергию на развитие текущих дел. Гороскоп на 2023 год для женщины Овна. Гороскоп для Овна женщины обещает глубинную трансформацию личности. Как это проявится, будет зависеть только от вас. Возможно, вы внезапно откроете в себе новые профессиональные качества или овладеете новыми навыками, погрузитесь в творчество или смените направление деятельности. Звезды рекомендуют прислушиваться к внезапным порывам, но не идти на поводу у своих амбиций. Год кролика поможет вам лучше себя узнать, но это не лучший период для того, чтобы все бросить ради сомнительных перспектив. На первый план в этом году выходит личная жизнь, и женщины-овны прочувствуют это лучше, чем остальные знаки. Звезды советуют упрямым огненным девушкам в этом году чуть больше уступать своему партнеру. Это поможет укрепить отношения. Год благоприятен для вступления в брак и рождения детей. Любовный гороскоп. В любви представители знака ждут новые открытия. Вы раскроете свои чувства глубже, но некоторых это может даже испугать. Если вы только недавно вступили в отношения, ждите бурного развития романа. Женщинам кролик обещает больше романтики и нежности, а вот мужчинам, овнам, предстоит брать ситуацию в свои руки. Пассивное поведение не пройдет, поэтому будьте готовы на поступки. Они обязательно будут оценены по достоинству. Одиноким представителям знака романтичный кролик готовит нечто особенное. Весной 2023 год
велик шанс встретить не просто свою половинку, а настоящую родственную душу. Но не переживайте, если судьбоносной встречи не произошло, еще один шанс ждет вас осенью. Причем знакомства обещают быть спонтанными, поэтому смотрите широко раскрытыми глазами. Настоящая любовь может ворваться в вашу жизнь по нелепой случайности. Не исключено, что это окажется та самая любовь на всю жизнь. Тем, кто давно в отношениях, кролик готовит укрепление связи. Ваши чувства станут глубже, а отношения переживут глубинную трансформацию, после которой вы почувствуете крепкую связь с партнером. Браки, заключенные в этот год, будут очень крепкими и надежными. Финансовый гороскоп. С деньгами в этом году все стабильно. Овны будут щедро вознаграждены за свои усилия, но золотых гор с неба ждать не стоит. Кроме того, в год кролика рекомендуется относиться к финансам внимательно. Летом возможны денежные потери, поэтому осторожнее со сделками. Крупные покупки лучше отложить до осени, особенно если это касается недвижимости. Будьте осторожны и не попадитесь на мошенников. Общая романтичная атмосфера этого года может затмить разум, из-за чего овны могут быть вовлечены в финансовые махинации. Внимательно перечитывайте все документы, сверяйте чеки и не разбрасывайтесь деньгами, и тогда финансовые потери обойдут вас стороной. Несмотря на то, что с крупными покупками вероятны сложности, 2023 год успешен для инвестиций. Главное – тщательно все взвесить. Карьера в 2023 году. Кролик обещает повышение по службе и увеличение оклада, но только для тех овнов, кто в прошлые два года хорошо выложился в работе. Авторитет будет работать на вас весь год, поэтому можно расслабиться и не волноваться о карьерном росте. А вот тем, кто решил начать все с нуля, следует быть осторожным. Благоприятный период для смены сферы деятельности – с февраля по март. Не ждите стремительного карьерного успеха, но и не опускайте руки. В будущем это обязательно принесет свои плоды. Тех, кто решит посвятить год творчеству, ждет неожиданный успех. Открытие бизнеса в этом году будет успешным, но только при бережном отношении с финансами. Гороскоп здоровья. В этом году рекомендуется сформировать новые здоровые привычки, заняться спортом, пересмотреть свой рацион. Остерегайтесь травм, особенно в весенне-летний период, поэтому от экстремального отдыха лучше откажитесь. В первой половине года возможны частые стрессы, поэтому не лишним будет научиться бороться с ними, например, освоить медитацию или дыхательные практики. Во второй половине года хронические заболевания напомнят о себе, поэтому заранее запланируйте профилактический осмотр у врача